Ребят, всех приветствую, с вами Левша, и у нас заключительный стрим в рамках вызова от Антиквара. Так, что вы Спасибо. уже подрубили, да? Конечно, Да. да, все идет, все хорошо, здорово. А вы прям, Здорово. вы как будто вместе стримите, одновременно разметились. Да. Ну, есть такое. Я начинаю ревновать. А ты что думал, что про шутки, про побои, что я занимаюсь по спорту? Это я и есть ее муж, да? Такой. Да. Это я ее пизжу. А ты представляешь, что меня ждет Дима, если мы не выиграем сегодня? Так что, Дима, ты этот. Каждый твой фраг, каждый твой лишний дамаг это минус побои для рыжей. Минус синяк. Вот. А может, я не хочу, чтобы не было. Понятно, извращенец вы, батенька, однако. Ну вы тут оба, блин, извращенцы. Совсем там на своих деньгах помешались. Ой, да. Вот, и третье место. Ну и вы, как говорится, врываетесь, и, может быть, любое место можете занять вместе. И я вместе с вами могу занять первое. Слушай, а может, ты спецом так стримы раскидал? Первый, второй, третий, четвертый. Какой по счету стрим, такое место, нет? Ну, все за... Бля, такой сценарий, конечно. Ну, реально, у него же так и получается. Ну, ты посмотри на эту нумеровку. Да. А, кстати, да. Ну, так поменяйте, измените систему. Встаньте с дивана. Встаньте, идите нахер отсюда. Выйдите из зоны комфорта, да, все в ваших руках. Там паблики, цитаты, ВК, группа. А подписывайтесь на мой онлайн-курс, ссылка в описании. Я научу вас быть богатыми за неделю. Да я скоро, кстати, книгу выпускаю. У вас 40 тысяч. За 4 дня, я думаю. Че? Да, скоро книгу, кстати, выпускаю, можно будет купить ее за 5 тысяч рублей, блядь. Это как известный бизнес-тренер говорит: приходите, я вас научу, как заработать миллион. Вас все пришли, человек, говорит, да? Ну что, вы по сколько за билет заплатили? По 100 баксов? Ну вот, найдите таких же лохов, как и вы, и заработайте миллион. Всем пока. Да. Рыжий, ты уже у Парвоса 705-го забирай. Рыжая, 705-го с Левшой. Вдвоем с него скиньтесь. Вообще Давай. не переживай, Рыжая, езжай прямо на него. Все, нормально, давай, все это мы дамажим, все. Подсосите фраг. Просто по маусу. Не обязательно фраг, если урону является. Фак. Я думаю, я пробью кумалем под таким тубом. Забирайте. Забирай, Рыжий, пробуй. Нормально, да все равно и так. Ладно. Я тебе могу сказать, это пипец какой жирный бой. Это просто, просто жирнющий бой. У нас 10 фрагов, у нас победа. И у меня 7300 урона. Блин, я маус не пробил щеку. Это первый блин не кормом, кстати, вообще ни разу. И кормом. Ни хрена 7700. Так, ну что, киберспорт, ребят? Охренеть ты. Я предлагаю на этой отличной ноте поехать в кальяну. Чайхану бы ее сварили. 5500. Ни хера мы. Охереть. И сейчас там старый скукожился где-то, да? Капельницу в судороге просто меняет. А сколько мы очков взяли, интересно? На самом деле, это очень жирный бой. На утёсе мы сделали 24 576 очков. Нормально. Да. Неплохо. Так, ну то, что победка, это прям очень хорошо, кстати. А знаете, я своего рода тоже гимнаст. Ты, кстати, это на шпагат же можешь садиться, нет? Что ты такое рассказывал? Ну да. И сейчас можешь? Ну, скорее всего, да. А за 5000 лайков сядешь? Нет, за 5000 рублей еще подумаю. Тебе лайками, так сказать, сеть не будешь, а связки тогда кто мне зашивать будет? Да. Крыс, здорово. Просто понимаешь, у меня член длинный, поэтому я вот читаю по касанию к полу. Если членом пола коснуться, значит, ты в шпагате. А я своего рода тоже гимнаст, напоминаю. Я правильно понимаю, когда он встал, тебе по-любому надо на весь шпагат садиться? Просто если он всегда смотрит вниз, просто если плохие он встает, новости. Девочка, то он встает у меня наверх, а не как у тебя вниз. Так я тебе про это говорю. Это у тебя он вниз встает. Да, ну ладно. Бля, тут получилась смысловая галлюцинация, я понял. Я тебе же про это и сказал уже. Я думал, ты меня подъебать решил, а я начал защищаться, сударь. Если разговоры начинаются про член, я всегда защищаюсь. У меня рефлекс. Так, а фраг сколько он там дает очей? 300. Отсоси вы тракториста. Трактористом буду я отсосить, что у меня. Бля, я смотрю, подготовился к этому. В трактористы ты не годен, отсоси и будь свободен. Не, ну у тебя бы я отсосал, Рыжий.
Hardest. Я тут, кстати, давеча в магазин один ездила, кое-что прикупила, вот. Да. Да там этот... бля, ну это жестко прозвучит, наверное, да? Это будет не культурно. Ну давай, ну давай. Давай. Уж, знаете, что... больше, чем у некоторых артоводов хуй. Это самое. В Бразилии установили памятник вагине. Глубиной 6 метров, короче. Прям на склоне. Всем привет, меня зовут Максим, я люблю фотографироваться возле памятников. Короче, смысл в том, что этот... Блади такой говорит, это прозвучит так жестко, шутки про говно как бы нормально, да? Вот. Не-не-не. Шутки про клитры, там еще что-то, это... Когда я на картах Таро по сушеному клитору, так сказать, подсказываю судьбу. Влад, что обиднее, шутки про большой клитор или про маленький член? Блядь, вот здесь, кстати, надо думать. А это и одно и то же, кстати, одно и то же. Ага. Все, ага, дай мне любое слово, я дам тебе рифму. Как у меня со скиллом. Давай, слово рукоятка. Рукоятка? Владька... Владька играет со мной в прятки, да? Владька играет со мной. Взялся в рукоятку. Макс за рукоятку, у него сегодня блядки. Вот, как-то так. Со своей рукояткой. То есть в подростковом возрасте у меня все время были блядки, я правильно понимаю? Это так называется? Главное, а ты когда с ручника снялся, кстати? В каком возрасте? Я не помню. Иногда приходится, когда в поездку. Ну, сейчас нет поездки. Поэтому я так редко путешествую, да? Поэтому я... Вот ты не любишь путешествовать. Блин, я тоже помню, что Дима говорил, он говорит, я путешествия не люблю. Каждое путешествие... Да-да-да. Сатиныч пишет, случилось, что бой на Прохоровке случился под песню Круга «Лимон Жиган». Не знаю, но зашло в кайф, говорит, с огромным уважением. Жиган Лимон, молчишь, симпатичный, Жиган Лимон, с тобой пойду гулять. Жиган Лимон, с ума сводил отличных, тебя, Жиган, хочу фугасом в корму отъебать. Спасибо, поляк, за счастливое детство. Да пригорело знатно. Так, я налево поехал. Не, я тоже наколотил байдуже. Да, Блади 5700, я 4000, рыжие... А я тут потому, что у антиквара было такое условие. Та-дам! А я тут потому, что у меня не член. Здравствуйте, всем привет, ребят, не курать. Как вам там с вашим членом живется? Расскажите мне, пожалуйста. Жалкие кожаные ублюдки с хуями. Я тут, говорит, и отъебитесь, да? Рыжая! А, хуй на! Не, тут еще... Реально, ты спецом, не даешь урон. Я вижу, блядь, я вижу. Что ты видишь? Я вижу. Что ты видишь? Как ты коленями стоишь в говне, как в том фильме. Этот, короче... Вот мне больше делать нехер, ребята. Да, конечно, вам Цой больше нравится, чем Гагарина. Вы шлепите, чтобы бабы молчали. Ну, естественно. А тут женщина все рот открывает. Я сейчас расскажу. Короче, смотри. Полина Гагарина, она худая, да? Сама по себе. Очень худая. Была толстая, стала худая. Я не знаю, какая она была. Короче, давай я тебе расскажу, как я ржал в голос в одного долгое время. В общем, мне как-то вылез в рекомендованный академик. Я его не смотрю. Но вылез про он... тачки, которые... Про тачки, которые делает. На втором канале, причем, его история там про бобров, про то, что на него в суд подали и все остальное. Я что-то хавал, короче, фоном включил, слушал минут 30 это все там дело, да, пока там чем-то занимался. Долго я жру, что теперь поделать? А я вообще долго жру. Блин, ну полезно долго. Подожди, я тебе предысторию, это просто... Этот видос, ну, он там в тренды по-своему выбился. Вот. И там было очень много комментариев касаемо бобров и все остальное, то, что они какие умные, это адаптировались, он как раз тоже про это рассказывал, вот. И тут этот, и типа бобры там спиздили доски, образно, вот. Mm-hmm. И потом мне в этот же день вылазит какой-то видос, где Полина Гагарина. Она там в каком-то платье обтягивающей, прям худая-худая.
Я включаю этот видос, и первый комментарий, который я нахожу, говорит, я, говорит, нашел ту доску, которую бобры спиздили, там, типа такого. Ты понимаешь, насколько отсылка... Да, то есть, если бы я увидел этот комментарий, прочитал первый раз, я вообще не понял прикола. Вот. А тут из-за того, что я это видео до этого посмотрел тоже, такая отсылка. Ну, я не знаю, я прям в голос ржал, честно. Прекрасные логарифмы Ютуба. Да. А давай. Еще никто не говорил слово член за последние минут 10, наверное. Тебе это не нравится, да? Мне это не нравится. Напрасно, мама. Я... Это как, знаешь, как это Фрейд говорил, что у женщин у них комплекс от рождения. Какой? Ну, они как бы, у них нет члена, понимаешь, но они всегда хотят его себе заиметь. Вот. Ну, задница, да? Показывает практика по жизни, у нас побольше членов, чем у каждого из мужиков, да? Ну, не знаю, не знаю, из-за предпочтений. Ни разу Фрейд не был в Таиланде, кстати. Там ему было объяснили про члены. А ты биографию читал, да, курс? Подготовленный малый. Он на курсах преподает это все. Кстати, да. А я дико здесь, а практические занятия у вас есть? Есть на жопе шерсть. Езжай за Шкодой, АФК Яга. Куда? Почему я, блядь, езжаю, если ты ближе был, и ты быстрее, блядь, передвигаешься ее? Ты чё? Она не КД. Он не АФК, бот. Такой командир. Ага, вообще, блядь. Командир полка, нос до потолка. Я вообще создам свой клан и создам тебе конкуренцию, понял? Ага, блядь. Ты убьешь ягу, нет? У меня 4 секунды. Ну, ты соси. Соси! Хорош! Работает. Ох, нормальный бой. Окей, да. Да, я тоже. Опять же, почему у меня такой маленький дамаг? Потому что они воруют, вы видите? Ну, кстати, экологично. Если мы до хера наносим, то кто-то должен, так сказать... Они, говорят, воруют. Они воруют. А ты не воруй. А я не ворую. Жулик, не воруй. Жулик, тебя пасает, а ты не воруй. Ни хера ли в ша 8500 влил? Ты подсосал. Твой муж азербайджанец или тебя нельзя говорить? Да с чего вы все берете, что у меня муж кавказец, я не понимаю. Они просто все пишут. У тебя просто синяками было написано Кавказ. Кавказ здесь. Кавказ здесь, блядь. Мне тоже не понравился кста. Кста. Нет, подожди, Рыжик, кста. Кста. Я пытаюсь избавиться от дурной привычки, блядь, говорить это тупое слово «кста» и... Ой, да мне там хуёв так напихают в комментариях за всё. Так что ладно. Ну тебе что-то нравится. Не, ну стрим получился бодрый, я хочу сказать. Не, так я вообще, если честно, не ожидал, что мы так много чей наберём. Это был последний бой. Так ты понимаешь, Димон, факт в том, что у нас Рыжик вообще в танке не играет. Вообще в ноль какой-то. Она просто в танке не играет. И получается, что мы взяли второе место с отрывом, причем. Не, ну, кстати, в этом бою я, кстати, ребята, очень даже играю. Да, вы как-то не играете. Третий скрин, который я отправлю маме сегодня. Да. 3-300, вообще молодец. Он, отсоси у тракториста. Закончилось. Твоим же оружием. Бля, держи 5 рыжие, все, вообще молодец. Закончилось. Сосать. Лизать мордой в пол. Лизать, да. Все, спасибо вам всем. Антиквар, еще раз спасибо за движуху. Получилось очень круто. Ну и онлайн сам за себя говорит. То есть онлайн вообще просто какой сумасшедший был все эти дни. И количество просмотров. Подписывайтесь, ставьте лайки. И увидимся завтра, да? Завтра увидимся. Все. Пока-пока.